Итак, друзья, сегодня я вам хочу рассказать и показать, как вы можете сделать с монобанка пассивный доход и будете иметь практически каждый день с каждого человека, который перейдет по вашей ссылке, пройдет регистрацию и будет иметь деньги, как вы, так и он. Если вам интересно, как, в принципе, эта вся система работает, я вам сейчас все наглядно продемонстрирую, расскажу подробно, чтобы вы понимали, как работает монобанк. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика – Moneyback, сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет, а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договора оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Система проста, это тот же самый банк, банковская система, доступна на все платформы, куда вы можете скачать, либо же просто через браузер на Play Market, App Store, зашли, скачали, но лучше сразу же переходите по ссылке, и вы автоматически, ваше устройство в принципе определится, то ли перейти в Play Market, то ли перейти в App Store. Скачали данное приложение, прошли регистрацию, заказали место назначения, где вы получите карту. Как только вы эту карту физически возьмете в руки, активируете, вы получите кэшбэк, и я получу кэшбэк. Все будут в выгоде, а давайте мы подробно уже сами рассмотрим, в принципе, как это работает вся система, чтобы понимать, как наглядно ею пользоваться. С того, как вы скачали данное приложение, вы можете его скачать, конечно же, в Play Market, в App Store, бесплатно. И вы попадаете вот в такое вот меню. Изначально у вас будет вот такое вот менюшечко. Вы здесь можете посмотреть свою карту, свои переводы, доходы и так далее. Здесь у нас именно та кэшбэк-система, то есть за что мы получаем деньги. Как только вы там переходите какой-то лимит, за каждый из этих выполненных лимитов вы получаете 50 гривен. То есть, по факту вы просто совершаете обычные покупки в ресторанах и так далее, и так далее. Везде, где это фиксируется. Давайте переходим в раздел кэшбэк. И вот здесь вот посмотрим, какие пункты можно выбрать. Допустим, я выбрал красота и здоровье. Здесь можно в этом пункте выбирать всего два подпункта. И продукты. То есть, это то, что чаще всего я буду использовать, где я буду использовать, покупать, в принципе, либо в интернете, либо же рассчитываться картой, либо же бесконтактная плата, не имеет значения. Одно подразделение здесь у нас другое, то есть здесь я вообще все выбрал. Почему все? Потому что, ну, дается нам такая возможность выбрать все. Почему нет? Чтобы я здесь не покупал, везде будет работать кэшбэк. Вот в этом и плюс. Здесь есть вот разделы также накопительных, там, либо же это банка, либо же мы будем вложить депозит. Кредитная история, там можете брать кредит, но я себе этого не брал и, в принципе, не нужно. Данная сумма, которая вот у меня, в принципе, сейчас есть, вот, и, в принципе, между картами это все, в принципе, перевод делается бесплатно. Так же самое на другие банки делается бесплатно, без процентов. Очень классно, комфортно, удобно. Кэшбэк у нас не только за покупки, то, что я говорил, мы будем в онлайн что-либо покупать, а еще есть как средство заработка. То есть, когда вы перейдете по моей ссылке, вы получите в данный момент 50 гривен. Бывают акционные дни, вы можете получить 100 гривен, может быть даже больше. То есть, какова цель? Цель обычная, переходите по ссылке, скачали приложение, он верифицируется в системе, и вот видите, у меня здесь вот отображается 10 пользователей, которые скачали через меня, и 4 всего активировали. То есть, я получил 200 гривен. Дальше уже кэшбэк будет идти точно так же. Скачал, активировал карту, то есть, скачал приложение, прошел ее регистрацию, заказал карту, получил ее в отделении, где вы выберете поступление данной карты, активируете, и все. Вы можете, в принципе, ее использовать. Ничего сложного нет, пользуйтесь комфортно. В принципе, кэшбэк можно настроить и реферальную систему, именно то, что вы будете получать пассивный доход. Вот и все, друзья. Сами видите, ничего сложного, очень интересно, полезно. Поэтому переходите по ссылке, максимально будем с вами зарабатывать пассивный доход. Каждый может получить эту карту, начиная с 16 лет, у кого есть паспорт. И все, если будут какие-то вопросы, пишите все в комментариях. Все ссылки будут закреплены в описании под видео, в закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.